Друзья, всем привет! Сейчас укладываем пробковое покрытие, замковая пробка. Выглядит она вот таким образом. Это внутри ламинат, вот видно, да? Который сверху и снизу покрыт пробкой. Вот таким вот образом. То есть снизу у него уже приклеенная подложка из пробки. Его можно укладывать прямо на основание. Значит, но это не значит, что вы берете и прямо на финишный равнитель укладываете. Обязательно надо постелить техническую пленку. Потому что вот эта пробковая вещь, она не является гидроизоляцией. Вообще любая пробковая подложка не является гидроизоляцией. И перед тем, как укладывать напольное покрытие, вы должны взять обычную техническую пленку, постелить ее на пол. Сверху нее либо пробковую подложку, и потом там ламинат делаете, либо сразу же можете... Если у вас готовый такой вот ламинат с пробковой подложкой приклеенной, сразу же на пленку его укладывать, если у вас полы ровные.